мыты о загородной жизни. Доброе утро, Слава. Доброе утро, Сергей, и нашим телезрителям тоже доброе утро. Поговорим сегодня о суккулентных растениях. Я об этом ничего не знаю, Сергей знает все, насколько я знаю. Слышишь, что это такое суккулентные растения? У меня по биологии была плохая оценка. Что такое суккулентные растения? У меня была тоже плохая, наверное. Но я кое-что знаю. Суккулентус с латинского – это сочный. И к суккулентным растениям относятся растения, которые мы называем кактусами, толстянками. Поскольку суккулентные растения – это растения пустыни, они накапливают в своих листьях. Вот здесь, вот, кстати, листья заменяют колючки. Это растение накапливает в стволах влагу. И когда его начинаешь резать, оно начинает плакать. Смотри. Вот сейчас сразу белый сок. Возможно, это какие-то молочаи из серии. Вот. И эти капли будут капать, и растение будет плакать. Плакать оно будет в течение часа-двух, в зависимости от толщины. Но вот его сегодня сажать нельзя. То есть, если мы его обрезали, то сажать его уже нельзя? Нельзя, потому что его обязательно нужно подсушить. Если мы не подсушим растение и посадим сразу, оно просто сгниет. Понятно. Ну, а чтобы ничего не сгнивало, мы взяли вот такой горшок, балконный ящик, и начинаем с керамзита. Керамзит нужен нам для того, чтобы не застаивалась влага. Затем песок, просто песок. Ну, а дальше мы возьмем... А вот почему в таком сочетании керамзит и песок? Ну, потому что для того, чтобы, во-первых, растение было почти там, где оно растет. Вот этот грунт, посмотри, специально для кактусов, для суккулентных растений. В нем, видишь, тоже песок. А теперь что нужно делать? А теперь, Слава, берем вот так и втыкаем. Прямо вот так? Вот прямо вот так, и будем считать, что ничего делать больше не нужно. Вот так просто. И есть определенная гарантия того, что эти растения прорастут и дадут корни. Я тебе это гарантирую 100%. Ну, как ты любишь, ты, наверное, сейчас взял и полил? Ну да, с удовольствием бы полил сейчас. Это единственное, что я умею. Слав, вот здесь как раз поливать ничего не нужно. По крайней мере, 2-3 дня мы поливать это не будем. То есть, в принципе, поливать можно, как Бог на душу положит. Заметил по растение, полил растение. Вот это растение, как бы, вообще не надо поливать. Раз в месяц достаточно. Раз в месяц поливайте кактусы, смотрите «Утро на Енисей» и не забывайте каждую среду о том, что у нас есть какая рубрика. И не забывайте, что Слава Громов и Сергей Богатский в рубрике «Три минуты о загородной жизни». Но сегодня мы готовились к загородной жизни, поэтому мы не за городом. Скоро мы там будем. «Три минуты о загородной жизни».